Вы на канале Свахоремонта. У меня есть материнская плата MSI B550 A Pro. Это материнская плата под процессоры Ryzen AMD со сокетом AM4. Основные характеристики написаны на коробке. Покажу поближе. Кому интересно, тот посмотрит. Дальше основная рекламка. И, конечно же, распаковываю и покажу, как она выглядит. Коробка эта уже распаковывалась. Карта сама из пакетика не доставалась. Покажу поближе эту красавицу. Выполнена материнская плата очень добротно. Слоты памяти. Шесть разъемов SATA. Интересно, какие выходы на борту. В общем-то, все видно. Единственное, что уточню, вот на борту есть HDMI разъемчик. На нем выход видеосигнала будет только в том случае, если вы поставите в эту материнскую плату процессор, который будет иметь на своем борту видеокарту. Если у процессора не будет встроенной видеокарты, то на этом выходе видеосигнала не будет. Туда же подать сигнал от видеокарты, которая вставлена в разъем PCIe, тоже подать видеосигнал туда нельзя. Есть разъемы M2. Можно, конечно, много рассказывать про эту материнскую плату, но в интернете достаточно про нее написано. Она уже не совсем новая. Да, нужно сказать, если вы сюда поставите новые процессоры, то прежде чем вставлять процессор, эту материнскую плату нужно в ней обновить BIOS. Вот на коробке есть предупреждающая надпись, что эта материнская плата не поддерживает процессоры AMD Ryzen 5 3400 и Ryzen 3 3200. На это стоит обратить внимание. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх, пальчик вниз. Кому понравилось, кому не понравилось. Всем спасибо, хорошего настроения и всего наилучшего. Что еще есть в коробочке? Здесь лежала материнская плата. Поднимаем верхнюю часть. Конечно же, диск. От него пользы мало, я в него заглядывал. Есть инструкция, как вставить процессор. Другие железячки, но все очень кратко. Не шибко понятно. Наклеечка. Такие рекламные штучки. Не потеряйте, если купите в комплекте 3 винтика для крепления платок в разъем М2. Железячка
задние панельки под выходы. И два SATA шнурочка. Один ровный, один уголком. Вот и все.